А ты, мать, смотри, уведут его, уведут. Не отпускай гулять, пусть вертится на виду, а то еще встретит какую-нибудь звезду, какую-нибудь начинающую актрису. Тебе скоро 40, и ты уже не фонтан. Молью изъедена девственная фата, тебя уже тянет к вязанию и котам, а это недобрый признак. Вот помнится, раньше плясала ты на столах, и бармены уверяли, что есть талант, а утром смотрелась блестяще, хотя спала порой не больше часа. Тебе скоро 40, попробуй-ка не доспать. И сразу в лице и фигуре такой распад, что нужно тащить свое тельце в ближайший спа и склеивать эти части. И ехать работать на шпильках и в пиджаке. Не то чтобы не было денежек в кошельке, а семью ты не тянешь пока что при мужике. Работаешь за идею. Ты хочешь быть личностью, а не следить за ним. И в офисном зеркале ты представляешь нимб и говоришь, я еще покорю Олимп, но прежде я похудею. Еще ты худеешь, ты кушаешь творожок, твой разум здоровым питанием заражен, тебя мотивирует задница инстажен с гламурного пьедестала. И ты закупила на сайте сыпучий корм, мешаешь его с диетическим молоком, склоняешь домашних жиры заменить белком и всех, кто уже достала. Реально достала. Он так тебе и сказал. И чем-то недобрым светились его глаза. С утра ты работаешь, вечером фитнес-зал. Вот все твои интересы. Ты типа уже вышла замуж и родила, и можно ослабить семейные удила и наконец-то спалить по своим делам, а все остальное бесит. А ей будет 20, ну максимум 27, пока не разносит на пиве колбасе. Когда в выходные пожрать и упасть в бассейн, вот главная роль невесты. И ей будут нравиться ребрышки и шашлык, поскольку диеты по молодости пошли, а все твои постные принципы-то пошли. Они эти принципы знаешь, в какое место. Голодный мужик, он, как правило, глух и слеп. Он чувствует запах, он ищет себе ночлег, как утки на патриках. Видя в пакете хлеб, камней уже не боятся, а в ребрышках бес — это тот еще Люцифер. Он возит скот ягнят из окрестных ферм и мажется кетчупом, чтоб совершить трансфер из ребрышек прямо в яйца. Вначале, конечно же, будет крутой контраст. Случалось, и бойкие девки с московских трасс нормальных мужчин погружали в глубокий транс наивным подобострастием. Она будет с ним увлеченно смотреть хоккей и на любое «хочу» говорить «окей». Плясать у бассейна с бутылкой в одном чулке, кивая соседям «здрасте». Она будет пить с ним и трахаться. А потом разжиреет, захочет побольше дом, поскольку она отдала свою девственность не за то, чтоб он на ней экономил. А слышали эту историю? Просто шок. Любовница сыпала во влагалище порошок. А ты предлагаешь ему обезжиренный творожок.